И зачем я отпустил придворного лекаря в отпуск? Что же делать? Ой, что же делать? Что, не сладко? Сколько же ты конфет съела? Столько, столько. И вот столько. Вот это да. Никому не говори. Поиграй с обезьянкой. А, нет, не хочу. Слона хочешь? Нет. Ну, не плачь, ну, не плачь. Может, конфетку хочешь? Доченька, 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 я достану тебе все, что твоя душенька пожелает. Ну, чего ты хочешь, скажи папочке. Ну, скажи, скажи, чего ты хочешь. Луну. Хочу луну. Вот если у меня будет луна, я выздоровлю. Будет у тебя луна. Достану. Позвать сюда лорд-канцлера. Я здесь, ваше величество. Срочно достань луну для принцессы. Ваше величество, но луна дорого стоит, а казна пуста. Вот последний золотой, тот какой-то дырявый. Дайте монетку мне на счастье. Да набери шут с ней. Чтобы срочно была луна. А вдруг допрыгну? Ой-ой-ой! Чуть не разбился. Ваше величество, я доставал вам много всякой всячины. Изумруды и опалы, розовых слонов и голубого пуделя, перышки ангелов. Достань луну, канцлер. Сегодня же. Это с нашим-то транспортом? До нее тысячи миль, и она больше комнаты принцессы. И вообще, луна сделана из сыра. Что? У тебя есть голова на плече? А у него, ваше величество, вместо головы головка сыра, и та с дырками. Уйди отсюда, шут гороховый. Ваше величество, я прошу. Убирайся с глаз долой. С удовольствием. Бездельник. Совершенно правильно. Ученого ко мне! Слушай, ты после меня самый умный. Ну-ка давай придумай, как достать луну? Нет, это не достать. Не, исключено. Луна размером с ваш дворец сделана из меди и намертво прибита к небу. Из меди? Да. Прибита? Намертво. Болван в квадрате. Я не болван. Меня знают в Лондоне и вот, ну, в Париже. Убирайся вон! Где чародей? Сир. Нужна луна. О, луна-ти сияти, глаза-ти ослепляти. Да нет, ты не понял. Принцессе луна нужна. Луна сама небесама, луна сама высокама. Да стояма луна-ти, если ты не дураки. Недостатки. Ну и убирайся отсюда. Вай-вай-вай! Мошенник. Все они, конечно, люди мудрые, ваше величество. Но интересно, а что же об этом думает сама принцесса? Принес луну? Пока нет. Но скоро принесу. А какая она, по-твоему? Чуть больше ногтя. Потому что, когда я вот так держу палец, мой ноготь почти всю ее закрывает. Принцесса, а луна, она из чего? А вот глупый.
Из золота, конечно. А она далеко? Видишь дерево? Она только что висела на ветке. А потом закатилась куда-то. А что, если она сюда закатилась? Давай поищем. Давай. Нашел! Нашел! Ой! Луна! А почему она с дырочкой? А как бы она иначе висела на ветке? У меня есть луна! У меня есть луна! Если принцесса сегодня ночью увидит луну, она поймет, что ее обманули. Ну-ка, придумайте что-нибудь. Пожалуйста, я все предусмотрел, ваше величество. Смотрите. Ничего не вижу. Вот тот и оно. В этих очках принцесса не только луну, вообще ничего не увидит. Но тогда она может упасть. Еще ногу сломает. Ну? А ты что скажешь? Веер вверх. Что-что? Веер вверх. Прекратить! Прекрати немедленно! Ты спалишь весь замок! Но что же делать? Что же делать? Растолкуй мне, принцесса, как может луна сиять на небе, если она у тебя на цепочке? Очень просто. Дурачок ты мой. Когда у меня выпадает зуб, на его месте вырастает другой. Так? Так. И когда садовник срезает цветы, вместо них вырастают новые. Правда? Правда. Вот видишь, и с луной так же. Какой же я недогадливый. Ведь то же самое происходит и с нами, да и со всем остальным на свете. Тс-с.